Всем привет, меня зовут Светлана, сейчас я нахожусь в Дубае и хочу рассказать вам, как изменилась жизнь города за период пандемии. На самом деле, как мировой центр туризма, Дубай, конечно, потерпел колоссальные убытки. Здесь в прошлом году был строжайший карантин, был закрыт аэропорт, были закрыты все заведения, работали только продовольственные магазины и аптеки, и по улицам гулять не разрешалось, люди могли уходить только за покупками, взяв предварительное разрешение. Сейчас город постепенно возвращается к своей полноценной привычной жизни. Сейчас все открыто, все работает, торговые центры, кинотеатры, кафе, рестораны. Ограничения существуют только по наполняемости заведений. Для кафе, ресторанов, кинотеатров они составляют 50%, а отели могут быть наполнены на 70%. Действует, конечно, строжайший масочный режим. То есть люди в масках не только в помещении, а и на улицах в обязательном порядке все носят маски. В начале года, 4 месяца назад, в Объединенных Арабских Эмиратах стартовала национальная программа вакцинации населения. И сейчас Эмираты одна из стран, которые на первом месте по количеству вакцинированного населения. На данный момент 65% населения уже получили как минимум одну дозу вакцины. Всего было использовано более 10 миллионов доз вакцин. Власти планируют завершить программу вакцинации населения к концу года, точнее, до начала четвертого квартала. И таким образом Эмираты могут оказаться первой страной, одной из первых, где будет выработан так называемый коллективный иммунитет коронавирусной инфекции. В стране открыто 218 медицинских центров и вакцинации для резидентов, и каждый по предварительной записи очень легко может пройти эту процедуру. В общем-то, город возвращается постепенно к прежней жизни, люди уже адаптировались к новым условиям, все, в принципе, очень позитивны, и вакцинация также относится позитивно. Это были новости из Дубая, специально для телеканала «Репортер». Всем пока, будьте здоровы!